представляем вам сушилку для фруктов и овощей Изидри. Она разработана специально для тех, кто в домашних условиях заготавливает полезные и качественные продукты с прекрасным вкусом. Благодаря сушилке Изидри продукты освобождаются от влаги, что способствует их долгой сохранности и подчеркивает оригинальные вкусовые качества. Основные преимущества Изидри. Равномерная сушка на каждом поддоне. Инженеры разработали поддоны таким образом, чтобы воздух двигался горизонтально на каждом уровне сушилки. Мозг сушилки постоянно следит за температурой и включает нагревательные элементы только когда это необходимо. Среднее потребление электроэнергии обеспечивается на уровне 500 Вт для FD1000 и 250 Вт для FD500. Широкий температурный диапазон от 35 до 65 градусов. Автоматическое выключение в избежании перегрева. Уникальная надежность. Аппарат рассчитан на безотказную работу в течение многих лет. Гарантия 3 года. Низкий уровень шума 40 дБ. Сейчас я хочу вам рассказать, чем отличаются сушилки FD500 и FD1000. У сушилки FD500 мощность 500 Вт, у FD1000 – 1000 Вт. Диаметр поддонов у FD500 – 34 см, у FD1000 – 39 см. У FD500 – 3 температурных режима – 35, 50 и 60 градусов. У FD1000 – плавная регулировка температуры в диапазоне от 35 до 65 градусов. FD500 можно увеличить до 15 поддонов, FD1000 – до 30 поддонов. Вес продуктов для сушки будет 8 кг для FD500 и 15 для FD1000. В комплектацию входит основание, 5 пластиковых поддонов, 1 сетчатый лист, 1 лист для пастилы, инструкция с книгой рекомендаций рецептов, брошюра Курдюмова «Самая умная из сушилок». Помимо базовой комплектации, к сушилкам можно дополнительно приобрести дополнительные сетчатые листы на каждый поддон. Эти листы используются для сушки трав, ягод и любых мелких продуктов, которые могут просыпаться, а также сочных продуктов, которые могут прилипать. Также дополнительно можно приобрести листы для пастилы на каждый поддон. Также дополнительно можно приобрести механический таймер, который позволяет настраивать нужное время сушки, чтобы сушилка отключилась через необходимое количество времени. Можно также приобрести яблокорезки, которые позволяют в 5 раз быстрее обрабатывать яблоки. Яблокорезки есть с присоской и на струбцине. Яблокорезка выполняет 3 функции. Вырезает сердцевину яблока, очищает его от кожуры, а также нарезает тонко по спирали, что позволяет разрезать яблоко пополам и получить дольки для сушки. Дополнительно можно приобрести отделитель для косточек вишни и сливы. Отделитель отделяет косточку от плода. greentechnika.ru – интернет-магазин техники для здорового питания номер 1 в России.